О создании общественного молодежного движения «Жаңа Қазақстан» объявили в Алматы. Инициаторами выступили предприниматели и общественники города. Формат объединения обсудят завтра на студенческом фестивале. Организаторы движения открыты для предложений от молодежи, чтобы сделать организацию более живой и интересной для них. Это и есть та молодежь, которая уже и есть олицетворение нашей страны. Они уже и есть «Жаңа Қазақстан». И вот это мероприятие должно в полной мере им это ощущение подарить. Вот этой сопричастности, и что это в их руках, и они действительно вместе с нами строят его, с теми, кто постарше, еще. И вот это... связь поколений, там тоже все вот эти фундаментальные вещи, они в принципе, как бы ни было странно, на таких мероприятиях масштабных просто большой ударной дозы получаются и воспринимаются молодым человеком.